Всем привет! Позавтракали. Идем в лабораторию, чтобы сдать тест. До сих пор еще не сдали. Горячих путевок нет. Ничего не можем подходящее найти. Наверное, даже и не полетим, не знаю. В общем, погода сегодня нормальная. Пока не сильно жарко. Идем не спеша, сейчас узнаем, сколько стоит ПЦР, за сколько готовится в лаборатории инвиво, либо в Олимп пойдем. Смотрите, какая красота. Ну, сейчас на обратке можешь надеть, да? Пойдем теперь выбирать Айгери, да? Сабина хочет сейчас их сразу надеть. А так порви, получится. Давай я помогу. А? Все? Давай. Все вторая тетка. Ну что? Удобно? Ну все, пошли. Ложи в пакетик. Мы тут еще набрали подарчики. Айгерки и алушки. Потом распаковку сделаем, покажем. Классно. За сколько мы их взяли? 5000. Ну, положи нормально. Вот еще пакет. Вот, вот. Сейчас Симу увидим. Симу увидим. Ура! Делаешь очки? Будем встречать Симу. Симба! Симбасенок! Симбасенок! Жонусу! Жонусу!
Сядь, сядь сюда. Ой, Жона. Жона, сон. Жона моя. Сладкий. Как дела, малыш? Дай мне его. Вот тебе подарок. Та-да-да-да. Ну давай, распаковочка. Надеюсь, понравится. Блин, долго выбирала. Нравится? Да. Давай, примеряй сразу. Давай. Вытаскивай. Угу. Опа. Этот, у тебя 38 же размер? Да. Давай посмотрим. Не жмут же? Нет. Вот. Я долго выбирала, думаю, какие бы взять. Ну, я подумала, что белый это классно будет. И на работу, что? И на лето, и с джинсами, и как с юбкой. Есть? Да? 38 же, да, твой размер? Да. Ну вот, потому что 39-го не было, 37-го не было. Эта моделька одна оставалась. Мам, смотри, он никогда так не держал. Ну как? Классно, да? Надо протереть. Классный, да? Мне понравилось, что она полностью кожа. Протерешь и все. То есть материи нету. Вау, тебе идет. Очень красиво. Классно, да? Классно. Ёня мой. Айко? Что-то лекарство пить? На, это тебе. Пойдем туда. Подарок. Да-да-да-да. Симба. На. Ого, спасибо большое. Надеюсь, понравится. Спасибо. Блин, спасибо большое. Кишка, не? 39-й вроде. У тебя, да? Да. Нормально? Вот. Хотела кроссовки, потом думала, наверное, у тебя кроссовки есть. А ушки я кроссовки купила. А-а-а. Сестренка сделала уборочку. Чистота. Кстати, у них есть весы, но они врут. 53,9. Не знаю. Правда, нет? Кажется, врут. Так, я хочу чай пить. Когда чай. Во всякие зелени и сыры. Угу. Чебуреки. И вон там. Ну, давайте попробуем. Сколько называется, да? Вот, конечно же. Сима. Это дорого все это убирать. Во-вторых, ну... зачем это убирать? Это же история, блин. А это... Вот видите, подписчики, это история, когда вы меня пырчите, уберите. Кстати, покажу. Иди сюда, покажу. Каким вкусом? Чили? И лайм. 4 года мы живем в этой квартире. Единственное, где вон там плесень, ну, да, чуть-чуть.